Освобождали Сочи от табачного дыма в очередной раз сотрудники полиции, администрации и представители молодежного актива. Такие рейды проходят регулярно, начиная с 2013 года. Именно тогда вступил в силу федеральный закон, призванный защитить интересы некурящих. Между тем, и раньше на курорте активно боролись с табакокурением. Молодежь города Сочи уже давно с этим борется. В городе Сочи с 2007 года работает хартия против того, чтобы перестали курить в общественных местах. Почему мы этим занимаемся? Потому что мы молодежь, мы имеем право слова, мы не хотим, чтобы травили нас. Но травля ведущих здоровый образ жизни продолжается. Только за начало 2016 года было составлено более 1000 протоколов на курильщиков. Сегодня еще один любитель подымить пополнил этот список. После непродолжительного разговора с сотрудниками полиции он все-таки выбрасывает сигарету. Но наказание уже не избежать. Правда, это скорее исключение из правил, утверждают сотрудники автовокзала. По их наблюдениям, курильщиков стало меньше. Во многом благодаря профилактической работе. Регулярно объявляется по громкой связи диспетчера, что курение в общественных местах, на вокзалах, в местах скопления пассажиров запрещено. Работники автовокзала следят. Также у нас на вокзале находится опорный пункт полиции, который регулярно обходит территорию. Выявляют нарушителей с помощью камер наружного видеонаблюдения, которые установлены по всему периметру автовокзала. Дальше участники рейда отправились проверять детские площадки. Как ни странно, но именно по соседству с детьми зачастую любят подымить обладатели пагубной привычки. Единственная проблема здесь – приходит курить. Я вот лично догонял мужиков, чуть до драки не дошло. Два пришли вот сюда, вот сели, накидали здесь банок туда-сюда, их туда, вон гаражам угнал, дым идет, дети играют. Вот только вот, вот это. Если, а так, скажем так, это сегодня было? Нет, это сегодня еще никого не было. А вот тогда, если у вас вдруг возникает какая-то подобная ситуация… Позвонить? Да, в принципе, можно не звонить, вот он, участковый пункт. К слову, курение на детской площадке – дорогое удовольствие. Нарушителя могут оштрафовать на 3000 рублей. Что касается курения в других общественных местах, то сумма варьируется от 500 до 1500 рублей. Но могут стражи порядка ограничиться и предупреждением, если, конечно, нарушитель осознает свою ошибку. Как показал сегодняшний рейд, многие люди курят в общественных местах, тем самым нарушая установленное законодательство. В основном такие нарушения выявляются возле вокзалов, в других местах, в парковой зоне. Также сотрудники полиции, особый контроль уделяется именно детским площадкам. Сотрудники полиции напоминают, что согласно законодательству курить можно только дома и в специально отведенных местах. При этом помнить, что Сочи – город-курорт, и гости приезжают сюда в том числе за чистым воздухом. А вообще лучше избавиться от этой вредной привычки и не отравлять жизнь других людей, а главное – свою. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.